Fallout 4 сейчас проведет определение параметров вашего оборудования. Не удалось определить модель вашей видеокарты, выбранной низкие настройки отображения. Мокухум, что же такое 3090, блядь? Сейчас будет Fallout 4, заказная игра за 500 тысяч поинтов. Это, скорее всего, будет дроп. Ну, блядь, ну, каковы нахуй Fallout? Там геймплей на 300 часов, а я еще в пойне наигрался. Что тут у нас по настроечкам, значит, блядь? Разрешение, нахуй, VQHD, блядь. Сглаживание. Осколки от выстрелов, ультра, отражение, влажность, бьем дождь, блики. Пау, 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 пау. Сейчас взрыв компудастера будет, сука, пиздец, принять нахуй. Сейчас подхвачу чат. Можно свернуться? Following Total Atomic. Охуеть, Total Atomic, блять, хуёмик, блять, я гномик. Keep it close and away from bullies. Да, блядь. The stronger you are, the more you can carry. А нахуй про меня мультик сделали? У меня нет лимитов, нахуй. Вот это я, блядь. Сюда лут, давай. Нихуя, ёба слева. Сейчас въебём ему. Ну, сука. Ооо, нихуя! Power Fist. Пизда тебе, челикс. Чей челикс, блядь? Бля, ну как такая серия скатилась в такую парашу, как Fallout 76? Чтобы осмотреться, Маус 2. Ага, ага. Я не любитель кастомизации в играх. Так, так чё, какая сложность нормальная? Выживание звучит как говно из жопы. Нельзя использовать быстрое перемещение. Сложность выше обычной ломает баланс. Ну, блядь, чел, нельзя использовать быстрое перемещение. Это сразу скип. Это прямо сейчас я Alt-F4 ебашу, мы идём в поле. А, сохраняться может только во сне. Не, нахуй. А, я помню, что, блядь, очень высокая эта хуета полная. Давайте высокую ебанём. Здорово, ебать. А где субтитры? И чё он сказал? Где субтитры, блядь? Ай, ебать, чё так всё быстро, пиздец? Скорость игры от FPS зависит. Так, и чё, и куда чё поставить? Ай, ебать, кажется, на себя. А всё, игра вылетела нахуй. А, так я умер. Да, я умер. Ебануло ядерка, все, пиздец. В настройках осколки от выстрелов отруби. Ну, при ядерной войне реально сложно выжить. Вообще, пиздец. I love you. Both of you. We love you too. Oh my god! Ну, нахуй. Hold on! Oh god, oh god, oh god! Ну это же нереалистично, да? Вот если я на такой дистанции буду от ядерного взрыва, мне ж пизда через секунды две примерно, да? Сюда лут, блядь. Охуеть графон вообще. Какого года игра? Ебать графончик, челы. Чё, куда ты, блядь, долбоёб жопастый? Нахуй, говно игра. Говно, блядь, ебаное. Все забрать, блядь, все, блядь. А ноги есть? Нету. По-любому есть мод, где добавили ноги. Вот в таких играх... Вот в таких играх везде все доделывают фаны. Вот то, что не хватает, блядь. Все доделывают мододелы, блядь. Не, ну для ванилы игра выглядит ебать охуительно, конечно. Чё ты, сука, шкваркаешь, блядь? Какой здоровый. А, блядь. Ля-ля какая. Ля какая цаца, блядь. Слушайте, а, наверное, мод-пак на оружие какое-нибудь есть пиздатый, да? Блядь. Умри, нахуй. Не, 60 FPS, а ими даже сложно вообще. Так а чё париться? По-любому есть мод, да? Игре ж миллиард лет, блядь. По-любому есть мод, в котором все заебись, правильно? Safety check.
Store. You are entering a displeasurized hazard zone. Check your rate, блять, meter before proceeding. Короче, смотрите, я хочу, чтобы у меня было дохуя хп, чтобы я с оранжевых пушек больно стрелял и чтобы много таскал лута. Чё мне для этого надо? Сила и выносливость, правильно? Там же все написано, бро. Чел, не умничай. Там, блядь, дальше есть перки, от которых зависит, чё ты, блядь, вот это вот здесь взял. Ладно, в пизду, пойду посру. А в игре возможно будет прокачаться так, чтобы все на десятку вкачать? Или там на сколько? Ну, короче, все по 4, все по 4 это самая норм, да, короче? Но удача, это ж экзы чаще будут падать. Или это... Или это типа рарити просто? Удача это quantity или рарити, блядь? Мирроры, нихуя. Все разъебало к хуям, блядь. У меня вообще клава работать перестала. На игру именно. На винду работает. Escape не работает. Хотя когда свернулся, все. Блять, игре 13 миллиардов лет. Сука, в чем проблема пропатчить, блять? Или дай угадаю. Игру допатчили модеры, да? Так, ну давай. 144 FPS ебанул, короче. Нихуя как плавненько, кайфово. Ебать! Это, блять, совсем по-другому играется, чуваки. Вот еще бы фов сотку. Wonderful. А чё оно сбросилось? А чё... Не понял. Пов 100-100? А, два раза 100 написать. Охуеть! Ебать! Вообще другая игра, блядь! Ебанёшься. А чё? Бля, как лутаться удобно, пиздец, в этой игре. Да куда ты сел, блядь? Ебло, сука, тупорылое. Охуеть, как все кайфово, плавненько, и графончик прям пизданически приятный. Здорово. Сюда, игра идет слишком быстро. Он пиздит быстрее, губами шевелит, чем войслайн идет. В 2015 году уже ж были мониторы 144 Гц. 200 years? What? Are you? A bit over 210, actually. Бля, мне что-то вообще это не нравится, то что при нормальном FPS игра себя ведет как-то, блядь, по-уродски, нахуй. А чё? Где фикс там взять, хуикс, блядь? Вот это вот... А потом звуки, блядь, это... Вот, блядь, вот реально, вот чем мне не нравятся вот эти игры все, вот эти вот Fallout'ы, блядь, сталкеры, блядь, хуялкеры, это то, что ты не можешь установить игру и, блядь, нормально поиграть, тебе надо заниматься ебатистикой, блядь, качать всякие фиксы, моды, хуёды, блядь, вот эту всю дрочню, блядь, потому что разработчики ебаные бездари, которые не умеют доделывать игры, блядь, просто, вот это прям вообще накаляет неистово. Вот как вот, блядь, вот так, вот такая интересная игра, блядь. Сука, пойду отпизжу кого-нибудь. Отъебу просто, блядь. Давай сейчас, блядь, накинем грейдов, блядь. Давай дэмэдж сюда, блядь. И все, и закончились ресурсы. Нормально. Значит, немножечко дэмэджа ебанули. А, у меня еще и пибой, блядь, вот там где-то в стратосфере, блядь. Охуеть, все видно, блядь. Спасибо, блядь, папаша. Ай, блядь, водичка говной воняет. Оф, 70-100. А чё это так работает? Ебать, чё. А, ну у меня пистолет здоровый, типа, пиздец. Слишком хорошо видно прям. О, заебись вообще. Здорово, блядь. Эй, hey. Wait there. Вов. Да, пусть собака чилит на заправке. Ай, блядь. Ебать, а ты кто?
не нашел. No way I could pick this. В смысле, блядь, ногой нахуй вышибить, долбоебина, блядь. Не, хотя да, нужен только фикс вот этот, ФПСа. Ой, блядь, вот это Cool Hatsker, я забыл, короче, что надо делать. Так, а что если мне лень думать, я буду просто кликать. А брутфорсим, пацаны, блядь. That's it. Что, ебать, изи. Да в туда откройся, в туда. Блядь, хуесосина ебаная. Кого ты, блядь, там? Things fell apart. Now it looks like I'm the last Miniman left standing. Короче, да, накатить эту хуйню. Фикс. Скиньте, блядь, фикс, пожалуйста, вот это, что, блядь, 144 FPS можно было нормально играть. Чё качать-то, блядь? Тут 20 ссылок, блядь. Couldn't find Fallout 4 exe. Ебанат, что ли, блядь? Скачать без регистрации. Ну, надо минуту подождать, ебать. Это загрузчик скриптовых модов. Охуительно. Помайните со скриптов там на моей, блядь, 390, блядь. Чё там, на процессоре чё там можно намайнить? Вроде нихуя. Примерно нихуя, да, вроде? Я поставил только FPS fix. Just folks looking for a new home. A fresh start. О, нормально вроде. I've been with them since Quincy. Locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. Пиздец, блядь, ненавидел этих уёбков на тинкерах. Блядь, чтоб... Ой, сука. Да тут спекать можно хуйню какую-то? Ну вот я, допустим, вкачаю дуэлист. Потом я могу это спекнуть? Вроде нет, да? Но по-любому же есть мод, да? Где можно спекнуть, правильно? Вот, блядь, вот про чё я и говорю, нахуй. Всё, всё, всё доделывают игроки, блядь, в таких играх. Вот всё, что надо, блядь, всё доделывают игроки, ебать. Сука, ну и говно, блядь. Женоубийца. Вы очаровательны и опасны. Женщины легче поддаются вашим убеждениям в разговорах и получают на 5% больше урона в бою. Осуждаю, получается. Как отключить вот эту хуйню? Чтобы он никогда ни на что не садился, блядь. Мод есть, да? Нихуя. Молодцы, мы доделали, блядь. Оба нахуй. Пошел нахуй, блядь. Здорово. Я, подожди, у меня перезарядочка. Ай, блядь. Ай, блядь. Не жри. Ай. Сейчас, секундочку, оставайтесь на линии. А чё, в смысле, где моя пушка? А где пушка моя, блядь? А, нахуй. Cause there's more to your destiny. I've seen it. Чё, Destiny? Я играл хуй-то. По-любому же есть мод на паркур, да? Что, вот хуяк, туда забраться можно. Ну... А, кстати, да, главный вопрос-то, ёптать. А я в этом костюме бесконечно могу ходить? Я вот не помню. Нет? А чё, где заряд? Амма. А, вот кор — это мой заряд, да? Так ебать, у меня маленько осталось совсем что-то. Это что? 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 О, спасибо. Не рекомендую выебываться. Я предупреждал. Тут что-то пиздануло, но в целом мне похуй. Бешеный кротокрыс, ёбаный рот.
Да ладно тебе, блядь. Ныть-то, ёбаный. Не-не, чел. А, вкусненько? Не, ну давай. Ебать нормально, оказывается. Ты будешь полностью проходить? Ну хуй знает, вот можно, по сути можно играть в Fallout 4, но нужно накатить такую кучу всякой хуйни, чтобы играть комфортно сидеть, это пиздец. Да чё тебе надо, hey. Блядь? Wait there. Кто журчит, блядь? На нахуй. Кто, блядь, журчит, нахуй? Здрасте. Чё началось-то, блядь? Жри его, блядь. Бро. Чё, ебанутая? Ты хуль, блядь, себе позволяешь? Не, графончик в игре вообще хороший, прям. Приятный. Блядь, мой КС. Чё у меня там было ещё из оружия? Вот эта хуета, ну-ка. Блять, ебаный рот. Фиксировать робота-охранника. Похуй. Я разъебу его сейчас. Давай, блять. Ой. Слушайте. А нормально дамажит. Это, наверное, не лучшие цели, да, чтобы проверять дэмэдж оружия. Я по ебальникам только стреляю что-то. Это не мой пес? Нет, вроде не мой. О! Что? Ладно. Ебать! Прошу прощения, нахуй. Блять, ебучая собака, блять. Ай, ай, блять. Ну это какой-то очень серьезный молодой человек, блять. Ты же сдох! Как меня этот пес ебаный бесит, да вообще. Не знаю, очень бесящий какой. В смысле, я опять перегружен, ты заебешь нахуй. Блять, какой инвентарь неудобный, конечно. Бля, ну бродилочка, конечно, классная вообще. Прям вообще все как надо, нахуй. Но вот эти вот микро-недохуйности немножко напрягают. Че? Ебать! Вожак-дворняк. Так, вожак, блядь, сейчас я тебе нахуй. Оставайся на линии, сейчас я тебе, блядь. Сейчас я тебе, блядь. Покажу, кто тут вожак, блядь. Тебя еще и лечить надо? Ой, не нахуй, чел. Ебать, тут от третьего лица можно было играть. Ладно. Let's see what you got. Don't cheap out on armor. Ебать, я красавчик. Нихуя, я прям красавчик. А это что, типа звездочка помечена? Сколько? Сколько, блядь? 17 599, нахуй.
Чел, ты чё, ебанат? Он, да, продает шмотку за 17к, блядь. Когда у самого чисто 250 гривен, блядь. Вообще уже охуел, блядь. На вот тебе веселье, блядь. Я их разъебу, чел. Мне нахуй. Скажи, блядь, координаты, блядь. Как зовут главного, нахуй. Я им надеру зад, блядь. Так а чё, куда? Куда направить член, блядь? А, чё, тут далековато, нахуй, чел. Ебать, чё-то скверная погодка какая-то. Чё-то вообще скверно, блядь. Чё, пока, пёс. Блядь, ебучий пёсель двери умеет открывать. Не, ну это нормально. Охуительно, блядь. Не, ну красава. Охуеть, вот это прицел. Вот это я понимаю. А зачем, блядь, гвоздь на конце прицела? Типа, фича какая-то жесткая. Ну нахуй. А чё пуль нету? Вот этому въеблет я нормально заехал. Видели, у него башка обратно появлялась, когда я его лупал. Я нихуя разогнался, блядь. Ну, блядь, залазишь же, чё ты врёшь? Блять. Прыгни нахуй! Алло! Ладно. Блять. О, что? Как? Тут... О, гренейт. Хули чел, блядь, в кузове? Рейдер тварь, блядь. Реально тварь. Не, хорошая игруха, хорошая. Бродилочка, прям кайф. Ходишь по чилу, стреляешь, что-то лутаешь. А-а-а, так у хлама есть свой вейт какой-то, типа вот, блядь. Я правильно понял? Короче, хлам это не хлам, это хлам, это хлам. А, то есть, я беру хлам, и если я приношу хлам на станок, сгружаю, то этот хлам переконвертируется во что-то полезное. Так ебать надо силу вообще максить нахуй, чтобы вообще все пылесосить нахуй, все что можно только. Конечностям персонажа я не может быть... Нанесен урон. Моя очень крепкая конечность. Короче, реально надо было силу в 10 качать. Силу надо было в десятку ебашить. Качать вот эту хуйню всякую на перенос груза, блять. А вот инта пятерка тоже нужна. Разбирая оружие, доспехи, можно добавить необычный компонент. Вот эта вся хуйня нужна, чтобы грейдить пушки нормально. Короче, у меня появилось дикое желание ебануть ре. Но уже завтра. Потому что я хочу спать, уебаться пойти. Короче, ебануть ре. Но, что сделать? Ебать, пошло билдостроение, пизда. Я знаю, что статы качать можно. Но тут слишком дохуя стат не хватает, чтобы качать нужные вещи. Итого, что надо? Силу в шестерку, да? Чем ниже интеллект, тем выше вероятность успеха. Чё-то... Да блять! А есть Path of Building по Fallout? Пов. Path of Fallout, блять. Не, я имею в виду сайт, на котором можно потыкать, типа, пассивки, чтобы понять, что качать, что не качать. Собака или не спутник? Да хуй с ней с собакой, блять, она меня бесит. В том плане, что она просто мешается, типа, под ногами
ты об нее запинываешься постоянно. Я тут прям, блядь, табличку делаю нахуй. Я вспомнил вот старые добрые времена, когда ты вот не было никаких побов, хуёбов, блядь. Ты сам сидел, все планировал, блядь. Как еще тебе вкачать? Особенно в старых фоллаутах. Ёб твою мать. Там статов было раз в 15 больше. От этих статов зависели перки, которые тебе могут прокнуть. И в конечном итоге ты сидел, вспоминал, какие перки на что прокают. Ну это пиздец, это очень прям олдовая тема. Ставлю повторы на закачку на ютубе, на хуюбе, блядь. И пошел. Давайте, чатик. Доброй ночи, блядь. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.